Настюшка, доброе утро! Настюшка, сегодня 31 декабря. А ты знаешь, что в Новый год кто подарочки приносит? Кто? Кто приносит в Новый год подарочки? Дедушка? Ну так пошли посмотрим. Может, он тебе подарочки положил под елочку? Может, он тебе подарочек под елочку положил? Давай. Давай. Толкай. Кухня с духовкой. Кухня с духовкой. Где духовка? Где-то вот. Вот. И вот. Да, Настюша. А это что? Ты рада? А сюда складывать посуду. А это что? Плита. А это что? Микроволновка. А это что? Умывальник, видишь? Включать водичка. Да закрутится. Это холодная вода, а это горячая. Да. Ну как тебе? Здорово. Ой, достань. Это какой-то подносик с Дедушкой Морозом. Сюда кружечки ставить, готовить еду, носить на столик. Ну как, видишь, здесь вот, сюда можно что-то составить, сюда. Здесь вот плита, здесь, видишь, включать. Здесь градусы ставить, здесь время. Здесь... Время, да. Вот. Здесь плита, сюда кастрюльки ставить. А тут есть даже телефон, можно позвонить, сказать: алло, алло. Алло. Принесите пиццу. Алло, принесите пиццу. Видишь, телефон даже есть. Тун-тун-тун-тун-тун. Вот. Крутится кран, холодный. Алло, принесите пиццу и картошку фри. Ну, давай. Всем привет! А ты говоришь... Всем привет! Друзья, поздравляем всех с наступающим... Новым годом! И Рождеством, ура! Мы сегодня приехали отмечать к маме Новый год. Держи. Сейчас посмотрите, какой стол. Какая елка. Вот. Сколько подарков. Так, вроде же договаривались без подарков. Яды, сколько много? Настя, нельзя. Настюшка, это потом. Стоп. С нами девчонки приехали, наши две чихуахуашки. Ясмина и единственная любовь. Мы сейчас все сядем за стол и будем открывать подарки. Посмотрим, подожди. Сейчас быстренько обзор блюд. У нас здесь тарталетки с их черной икрой. Мама, кстати, икру... заказывала. Здесь бутербродики с красной рыбой. Бутерброды такой. Фрукты, фрукты. Здесь у нас рыбка копченая. Салат с креветками с белым сыром. Это ленточку завяжем, чтобы никто не видел. Какой-то новый салат. Шампиньоны вижу. Грецкий орех. Курица копченая. Что-то еще. Сыр, яйца. Так, здесь это что? Это что? Это грибы с грибы луком, с луком, сыром, майонезом. Грузинское блюдо. Посмотрите на девчонок. Национальное грузинское блюдо. Да, здесь салат, нарезочка. Вот, так что вот с нами Вика. Вика, помаши ручкой. Всем привет. Да. Мне надо скопать. Так, ну что? Девчонки тоже очень рады, они целый день собирались.
Вот. И мы сейчас, с нами бабушка, мы сейчас все сядем за стол, подарим подарочки, так что надеемся, Новый год мы отпразднуем хорошо, в кругу родных и близких. Тебе подарочек. Иди садись, да, под елочку и открывай. Даже для нее есть подставочка, чтобы потом вот смотрела. Как тебе? Нравится? Это бабушкина тасы. Да. Это только разминочка. Это только разминочка. Оклей. Мам, давай я это тебе. Давай я оклеим. Ой, сука. Это только разминочка. Это только Настюша, спасибо. А что я тебе подарила? Смотри, держи, это тебе. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Давай откроем. Давай ручку. Скажи, что это с ним? Что это с ним? Он шевелится. Это твой день на юге. Там, давай откроем вам. Thank you.
мешком укутывал, смотри, не замерзай. Мороз мешком укутывал, смотри, не замерзай. Зайчишка, зайка серенький, под елочкой скакал. Мороз мешком холодный был, холодный был, под елочкой пробегал. А Ельку забыли. Мама, Еля на тебя смотрит обиженно, что ты ее не взяла. Первое января, всем доброе утро, и мы открываем тортик. Тортик купили первый раз попробовать с облепихой. Три шоколада облепиха. Я езжу зубанчик. Да. Ну, смотри, я его пью. Давай.